Выпуск первого тома «Альманаха внеземных цивилизаций» Ирины Подзоровой с описанием 35 планет намечен издательством «Эксмо» на август 2024 года. Тематика книги уникальная, поэтому тираж ограничен, а начальные 1000 экземпляров достанутся самым заинтересованным читателям. На планете Гемшар в созвездии Валапас живут сразу две цивилизации. Это выходцы с планеты Дисару, ее жители очень похожи на людей. А вторая раса – это переселенцы с планеты Гихор, которые являются прекрасными целителями. Что интересно, объединившись, гемшарцы своей миссии считают помощь человечеству, направляя свои целительские энергии на информационные поля земных людей.